Хорошая рыбалка начинается с хорошей бани. Поэтому сел в баню, а потом на рыбалку. Мальчик, ты что делаешь? Я все нафиг будет. Баба. Били две. Оп. Всех приветствую на нашем YouTube канале. Приехали мы на рыбалочку, такое офигенское место, приглашение моего знакомого Василия Ивановича, Сани. Сегодня уже второй день, и приоткрою тайну, рыбу уже поймали, поэтому вы смотрите это видео. Смотрите, что было вчера. Едем на рыбалку, въезжаем в тьму, там походу какой-то творится этот апокалипсис. Снег пойдет? Градом, скорее всего. Вообще нереально. А теперь мы въехали. Въехали мы куда-то. Зомби апокалипсис. Начинается у нас рыбалка, забыли веревку, хотели поставить перемет, веревку забыли. Ну ничего, сейчас строительный магазин, что веревку-то мы найдем, я думаю. Короняк сейчас по соседям шукаем, бельишко снимем, потом вернем. Свяжем. У меня белье. Да. Сейчас катание по Шилову, веревку мы нашли в закрытом магазине, хорошо, вот хозяин встретился, вызвал работника, сейчас продадут нам веревку. Вот такая вот начало рыбалки. Главное, чтобы рыба ловилась. Нужно 140. Купили 500. Бери 150. За ноги. За ноги. Магазин хороший, все есть. В принципе, я сюда приезжал тогда, из деревни. Пожарить, да? Давай. Были испытания суровые. А сейчас мы просто рубим дрова. Шашлычок и коньячок. И водочка. Не пьем, мы не пьем. Не пьем мы? Нет. На камеру мы не пьем все. Мы синепьющие на камеру. Хорошая рыбалка начинается с хорошей бани. Поэтому все в баню, а потом на рыбалку. Погнали. Девочки, заходите. Девочки, где вы? Ку-ку, заходите. Блин, нет никого. Мы сегодня в гостях у Василия Ивановича. Хозяин дома. Вот. Пойдем сейчас в баньку зайдем. Банька вот такая. 90 градусов там стабильно есть. Вот. Суховато, но прям. Продирает хорошо. Я сейчас зайду, покажу вам. Баня вообще бомбическая. Будете в этих краях. Василий Иванович скоро сделает здесь гостевой дом для рыбака. Будет вообще круто. Да я захожу, смотрите, банька какая. Вот так вот. Эх. Вот. Тут парилочка. Диман. Вообще бомбическое. Здесь сейчас реально 90 градусов. Парилка вообще бомба. Вот такая вот парилочка. Тут, конечно, нереально круто. Вот, поэтому сейчас я пойду окунусь. Наверное, запотела камера, но ничего страшного. Так, сейчас мы снимем Димана.
Он голый здесь. Диман, как ты тут? Отлично чувствуешь себя? Вот. Василий Иванович говорит, скоро сделает дом рыбака. Вот. У него здесь будет офигенное место в деревне Терехово. Вообще замечательно. Поэтому мы осваиваем эти места. Считаю, что здесь, ну, место вообще. То есть деревня вообще является конечной. Здесь дальше никуда нельзя ехать. Это как полуостров. Вот. Поэтому места здесь дивные. Вот. Давайте. До связи. После баньки увидимся завтра. Утра, попили кофейку. Че, к рыбалку пойдем? Конечно, пойдем. С такими лицами. Сейчас рыба нас испугается и сама сдаст. Сейчас натянем перемет. Приедем, может, что? Перекусим, поим, троллить. Так что продолжаем наше турне. Терехово. Отъезжаем. Все собрали. Холодно. Сколько там, говоришь, 15 градусов? Ну, сейчас градусов 13. Ну, сейчас разойдется и замерзнет. Ну, а к обеду будет 20 уже. Мальчик, ты что делаешь? Я не делаю. Когда-то это был забор. Помечаю, где ока моя. Да, огораживаешься. Так, мешок где у нас? Вот этот? Да любой берег. Так, самое интересное. Лопата. Лопата. Ну лучше это все было сделать на берегу, да в лодку погрузить, бля. Ну просто, не знаю. Сань, привяжешь там? А? Мешку привяжешь? Сейчас. Так, ты перчатки девай, Иваныч перчатки. Я сейчас буду потихонечку плыть, ты будешь подавать. Иваныч, а тебе надо будет все это, чтобы вот она наверху была, веревка, не под воду не ушла, чтобы нам ее натянуть. Но это все дело потихонечку надо будет делать. А веревку надо отжечь и сейчас это кирпич привязать. На промарку немножко, там еще метров 50 надо было. Где-то я там подальше притапливал. Я вот вижу, вот я отрывал. Еще один раз увидеть, попробовать самому что-то 10 раз рассказать.
прошло где-то 2 часа. Мы покушали, отдохнули. Кто-то траву покосил. Сейчас едем переметик проверять. Ну, надеюсь, какая-нибудь рыба уже там зацепится. Поймается. Зацепится, мы ее поймаем. И как ты говоришь, нет. Там обязательно рыба. Утром обязательно. Утром обязательно. Все, прям. Если бы она что была, она пожбила уже давно. Ну. А он окушок, ёпта. Ну так ушка можно на живца насадить. Ну, нижний червя поставь. Да. Василий Иванович, первые 2 рыбку на перемену. Как в детстве. В детстве таких мелких окуней первые рыбку был. Один окунь. Оставляем его. Рыба красивая. Ловите его. Вот это вообще ничего. Это мелко, что пошло? А, она опять. Ну что, плыви. Здесь тоже будет? Ну, в нижней объеле. Да, легко, да. Че, сожрут, я думаю. Почему? Сожрут? Почему? Ну, бросай. Что-то бьет. О, ну этого можно взять. Такого ты троллингом красота. Съедобная рыба. Там еще маленький. А, смотри. Там тоже окунь внутри. Да, маленький. Маленький окунь. Он сожрал его. Ну, вот такой принцип пищевой цепочки. А этого может щуку еще фигакнуть. Что в итоге? 5 окуней, 1 съедобный. Одна запрещенная рыба, которую мы выпустили. Все окуня, которые съедобные. Нет, там 4 окуня. Окуни оставили, видишь, мы их правильно оставили, потому что на окунь ловится окунь, может сюда класть. Че, народ, с дядей Сашей решили заняться своей обычной рыбалкой, троллингом, попробовать. Не, ну, дубак, пипец, да, холодно, но нет дождя, вчера такой дождь поливал. Так, на вид нашим взглядом непрофессионалов, охрененное место и травка, глубина 2,5-2 метра. Ну а как рыба, не знаю. Ладно, распускаемся.
Первый улов, походу, поймали через сеть. Саша говорит. Сеть была? Наверное. Ма. Итак, у нас первый щурок. Оп. Чего? Возьмешь так? Приятненький. Который у нас коптильный, блин, она прям самый то такая, да? И коптить вот такой вкусно. 29 сантиметров тут за глаза, тут все 35, наверное. Я, короче, крэнки начал ставить уже на окуня, а. Дядя Саня говорит, нифига, я, говорит, щуку хочу, буду на миножке ловить. Вот она, настойчивость. Да вот эту взял. Причем клюнула и повисла. Не боролась, ничего. Я даже подумал, что... А, может быть, из-за того, что два крючка ротой. А может, потому что неактивный брал. Классно. Давай, мешок. Первая щука в этом году. Да? Поздравляю, дядя Саня. Спасибо, дядя. Зацепили где-то что-то. Не успел я нормальную веревку на отца привязать. Продвершал. Да, что делается. Вышел. Да ладно. Ну, ответ вышел. Я сейчас веревку перевяжу, а то прям эта веревка мне как-то напрягает. Цеп вышел. А, рубля. Рубля у меня. Надо, может, палка. Цеп вышел, бля, рубля там. Вот такие моменты в незнакомом месте. Не знаешь ничего. Нет? Я что-то дернул. Да. Оторвался? Срезал, поводок отрезал. А? Поводок отрезал. Да. Там что-то видно. Так размотались. Дядя Саша что-то поймал. О, что-то прыгает. Что такое есть? Маленькая щука? Прям на размот. Я даже троллить не начал. Ну это хорошо. И тут, кстати, вот глубина тоже хорошая и ветра нет. Короче, мы ж не то, чем были за борт выкинуть Посейдону, блин, чтобы что-то попасть на. Ну, это вперед. Не, ну сейчас померяем. Кстати, ребята, вот чтобы вы знали примерно размер щуки, которую можно брать. Сейчас я ее. Раньше мы всегда думали, можно брать или нет. Сейчас просто все для за нас уже как придумали. Вот у нас тут линеечка. Да стой. Так, до начала хвоста. Начало хвоста. Вот она 30, видите? Не знаю, блин, в прошлый раз на видео снимал, не видно было. Сейчас видно или нет, все заржавело. 30 ровно. Можно брать с 29, даже на 31. То есть, значит, берем. Если за нас все порешили, что, будем брать, да? Нам сейчас скрывать нечего, подъедут, вот, померите, 30 сантиметров. Кстати, удобный ли грип этот с линейкой? А некоторые, я видел, на борту нарисовались и фломастером прислоняют просто. Ну да, да. Ну это когда лодка нормальная. Отлично. И вот эти вот китайские углера, да? Ты же на него до этого поймал? Да, я это же его поставил. Ну блин, оставлю ссылку. Углера еще отличные. Сейчас я такой, наверное, поставлю, будет плагиатом заниматься. Открытие охоты. Народ еще полно. Все на
Баба. Хоть это спасли. Снимал? Снимал. Какую за перемет? Роллинг, да. Обычно кормит, но... Здесь Саша не ловил. Две щучки — это мало. На нем, по-моему, окунь маленький был, да? Ну да, был. Сама точно. Похоже, ничего нет. Как он плавал, так и плавает. Он сдох уже. Да? Вторая леска. Здесь тоже был окунь. На живца, по-моему, да? Ой, как здесь глубоко-то. Все, поедем. Дочка. А, не, проверяли мы его, он был спутан. Вот тут как раз тоже окунь был, по-моему, на нем. Да, вон он плавает до сих пор. Их два теперь. Это ёрш или маленький судачок? Нет, это ёрш. Да ладно, судачок. Нет, это ёрш. Вы ёрш, судачок. Видел таких судачков? Нет. Мне кажется, это ёрш. Ну какой ёрш, посмотри. Хотя, да. А, даже клыки вон маленькие. А! Будем сейчас заниматься хирургическим операциями. Мы на следующем крючке проверяем. А здесь еще один маленький окунь. Живой? О, есть один. А, он был. Мы как раз думали очередную свою поставочку. Тут две рыбки, смотрите, оп, били две. Оп. Вот так вот должно быть, по идее, для каждой. Понимаете, да? Вот как-то прям хорошо. Что это за это, за рыба сапа? Да нет, похоже на эту, на лопырик обычно. Да ладно. Да? Другая? Сапай, ласка. Я не фанат, у меня белая все плотва. У меня тоже белая рыба, это все плотва. А где вторую, покажи зрителям, своим подписчикам своего канала. Ну, стайка проплывала, даже две. Да, ты хорошая рыбка. К сожалению, опять пустая. Насаживаем, завтра утром приедем, проверим. Погода распогодилась, красивые облака, штиль на реке, очень красиво, бомба. Чувства такие неоднозначные. У меня, конечно, все плохо, я ничего не поймал, но на перемет только, вы видели, двух лопыриков подержал, хоть подражали в руке. Дядя Саша хоть двух щучек поймал небольших, хоть что-то как. Да. Первую, да, щука в этом году? В этом году, да. Вот. Сейчас угружаемся и едем на постоялый двор. Происходит.
Сейчас перемет едем проверять. 8 утра. Василий Иванович с нами. Вчера один крючок отгрызли. Сейчас меняем. Ну и посмотрим, что попадется. Как залез ее раз и... Ты же видел. Черви по лодке ползают. А? Черви по лодке ползают. Да походу они все расползлись, блядь. Ну, здесь тоже одного червя сейчас здесь нашли. Ну, волна сегодня тоже сильная, да? Волна пиздец. Цапля стоит рядом с нами. Кайфует. Грациозно. Лодочник, подцепляй. Санек у нас в сапогах. Отпускай, отпускай вниз. Держи. Ловили, Василий Иванович домой пошел. Мы с Саньком решили потроллить. Кстати, он царил, вот тренингист такой. Так что будем троллить. Что поймаем, нет, не знаю, но... Печка хорошая, водники тоже. Троллим. Обнаружили, вот так вроде, на берегу. Воняет, просто лобик. Ну, похоже, просто лобик. Не знаю, знаете, за рыбу. Размер, конечно, блядь.
маленькая, блядь. Килограмм 20, наверное, была, да? Хвост нам кто-то отгрыз. Вот лодка, край лодки. Круто. Ну ладно, уплываем, воняет. Я что-то поймал. И это не окунь. Прям падает. Ага. Я же тебе сказал есть. Головой крутит. Блин, это моя первая щука в этом году, блин. Уже хорошо. Смотри, значит, на это. На что? На цвет на какой? На жёлт. Пока ничего. Сожрать можно. Что мы с ней делаем? Да хрен его знает. Кидаем куда-то, да, кидаем? Баркинга такой под Болизонга вам обзывается Болизон 100. Я, кстати, в заброс на него ловил нормальный кормлеров. Марин, размотка. Размотки прям. Оп. Еще одна. Небольшая. Съедобная. Размотки взяла. Начал кувшинки оплывать. Так, а где это? Подсак не взяли. А вот ты включил камеру. Камеру включил. А? Камеру-то я включил. Я прям не смотри, тебе хуже надо. Я сейчас прямо не размотаюсь. Не торопись, Саня, не торопись. Фига там щука. Не торопись, Саша. Не торопись. Ушла. Да. Конечно. Или грипп этот хрип, надо было бы так видеть. Давай, счастливо, Саша. Все, спасибо.
друзья, такая вот получилась у нас рыбалка. 2,5 дня, да? Ну, 3 дня. Даже полтора дня у нас была рыбалка. День приезда, приехали в 7 часов вечера, разместились, пока туда-сюда, на следующее утро то поехали на рыбалку. Ну и сегодня полдня. Да. Короче, пролетело все как один день, на самом деле. Ну, мы больше приехали в гости отдохнуть, там, показали человеку, как на перемет ловить, он просил. Я думаю, все видели. На перемет всегда что-то ловится, хоть мелочь, но ловится. Ну, сегодня вот потеплее, даже троллингом что-то попалось. Надеюсь, в кадр попала щука такая ядовая. Ну, я, кстати, почувствовал, да? Да, почувствовал, что головается. В этом году щуки мало. Будут еще, я думаю, рыбалки.